Ну что ж, встречайте наше специальное предложение дня. Плед, оно же покрывало, сейчас разберемся. Вечернее вдохновение, главное, звонить прямо сейчас, потому что цена действует только в рамках прямого эфира и только сегодня. И они уже, мы предвидим, будут распроданы. 1699 рублей сегодня цена, размеры полутораспальный, двуспальный и евро. И цена со скидкой 1100 рублей. Но я сразу, Юль, хочу задать тебе вопрос, что же за коллекция такая, в каких цветах? Цветах. Действительно, целая коллекция у нас «Вечернее вдохновение» представлена в трех шикарных оттенках в самом последнем модном трендовом веянии. Это флористический дизайн. С твоей стороны, пожалуйста, продемонстрируй. Так. Это розовая вариация при Ой, заказе. Красивый. Мы с вами ориентируемся на живые розы. И вот именно этот вариант при заказе называется розовый. Мне очень нравятся живые, реалистичные цветы. Такой интерьер никогда не будет скучным. Этот цвет еще и привлекает, чарует особенным кружевным исполнением. Мариночка, покажи, пожалуйста. Там есть эффект кружева, да. И это отличает розовую модификацию. Угу. Посмотрите, ой, эффектно, необычно утонченный, эффект многослойности есть. Но у нас с вами не вся коллекция. «Вечернее вдохновение» в зеленом цвете. Так. Я выберу для себя эту тенденцию. Мне очень нравится переход, градиент, переход мягкий цветов. Мне очень нравятся кувшинки. Ой. Буквально вот живая природа приходит к нам в дом, да, эко-стиль популярен в этом году, поэтому, пожалуйста, идите в ногу со временем и соблюдайте современные тенденции. Бежевый цвет для тех, кому нравятся пастельные оттенки, кто любит такие мягкие, нежные тона. Бежевая вариация при заказе. Здесь есть морская тематика, здесь нежные, приятные оттенки. Так, красок мы в свой интерьер уже добавили, а вы добавили? Срочно кладите в корзину наш плед «Вечернее вдохновение» со скидкой 1100 рублей. Цена действует только сегодня, это специальное предложение дня. Юль, ну а в каких еще размерах, я хочу уделить этому внимание, представлен и бежевый, и зеленый, и розовый цвет? Все три цвета у нас в трех размерах, полутораспальный, двухспальный и евро. Угу. Как мы применяем эту красоту? Кстати, такой пушистый ворс, такой мягкий. Ты обратила внимание, как интересно сконструирован наш плед, наше покрывало, и это делает его многофункциональным предложением. Да. С одной стороны, у нас ярко запринтованная часть, это мягкий, нежный, трикотажный ворсовый велсофт. Вот если мы вместе прикоснемся, вы увидите здесь ворсинки, пушистая фактура, яркая. Вот она как раз делает наше покрывало трендовым элементом декора, и вы сможете использовать «Вечернее вдохновение» как драпировку на диваны и кресла. А с другой стороны, мех под овечку – это современные полиэфирные волокна, выполненные с теплотой овечьей шерсти. То есть именно такое же пушистое, мягкое, уютное, сухое тепло дает вот эта шерсть, так же, как и овчинка. Так, и тепло, и здоровье как применяем? Смотрите, у нас есть евроразмер, значит, «Вечернее вдохновение» вы сможете постелить в вашу спальню как защиту постельного белья, и каждый день вы будете ложиться в чистую свежую постель. Раз. У нас есть полутораспальные и двухспальные размеры, а это значит, самый модный элемент декора для вашей гостиной комнаты, вы внесете яркий штрих, акцент в ваш интерьер. Теплая овечья шерсть Здорово. Позволит использовать как полноценное одеяло, вы можете укрываться и получите тепло, так необходимое сейчас в наше простудное такое время, сложное, да? Юль, а вот на празднике ко мне приезжали гости, детей было полно, и дети все время играют на полу. Совершенно верно, именно на полу можно использовать наше «Вечернее вдохновение» в случае, Здорово. Когда у вас маленькие детишки. Ну, например, мои племянники любят очень играть на полу, и я разбрасываю им игрушки. Вот стелите детям, пожалуйста, они никогда не простудятся, потому что от пледа сразу же исходит приятное, нежное тепло. Вашим детям будет прекрасно, удобно. Юль, на гости приехали, опять же, у меня на Новый год было полно, некуда было класть. Совершенно верно. И как гостевой матрас можно использовать наше «Вечернее вдохновение». Так. Но для этого нужно его сложить вот так вот вдвое, получится хорошая высота, посмотрите. Ух ты. Практически, да, 4-5 сантиметров, и это прекрасный гостевой матрас. Ну, действительно, время гостевое, праздники у нас не закончились еще, они будут долго у нас с вами. Гости часто остаются дома, поэтому, пожалуйста, стелите.
постелите на пол, и вы предприимчивая хозяйка. Срочно звоните, потому что цена действует только сегодня, и это целых несколько предметов в одной покупке. Забирайте прямо сейчас, это выгодно. Юль, ну а как стираем? Я понимаю, что и на полу, и тут на кровати, и гости пришли на диван. Наверное, сложно, я не знаю, ну, действительно, плед используется активно, поэтому мы будем за ним ухаживать. Именно поэтому я отдаю предпочтение практичным и высокотехнологичным материалам. Стираем при температуре 30-40 градусов дома в стиральной машинке и экономим на химчистке. Ткань отлично отстирывается, быстро сохнет, не теряя при этом формы. Ну что ж, вы получаете яркость красок, вы получаете новый интерьер, вы получаете сразу несколько предметов интерьера. А именно, вы получаете и покрывало, и одеяло, и новое место, игровая площадка, и гостевая, конечно же, гостевая площадка для ваших близких. Забирайте прямо сейчас уют, красоту и комфорт. Но и цена действует только сегодня. Юль, ну а еще напомни, пожалуйста, как мы себя чувствуем? Ну, например, кожа аллергика, детская кожа. У моей бабушки астма вообще. Современные материалы использованы для вечернего вдохновения, поэтому его применить можно для всех членов семьи. Никакой аллергии, абсолютная безопасность. Использованы современные красители нового поколения с гипоаллергенными компонентами, которые не раздражают кожу. И сами материалы тоже гипоаллергенно, поэтому можно смело дарить, можно использовать даже людям с чувствительной кожей. Так. А что касается стирки, Марина спрашивала, как стирать. И, конечно, не при 100 градусной температуре. Испытание вот так вот кипятком я провожу для того, чтобы показать еще и устойчивость красителя. Так, так, так. То есть вы сможете постирать при температуре 30-40 до 60 градусов, но мы сделаем для вас испытание посерьезнее, точнее для нашего пледа. И посмотрим, как он будет себя вести. Смотрите, даже при стирке в такой агрессивной среде при 100 градусах абсолютно чистая вода. Это говорит об устойчивости красителя. Более того, плед соединен. Видишь, две фактуры, они соединены специальным водонепромокаемым, водонерастворимым составом с гипоаллергенными компонентами. Поэтому это единое полотно, созданное из двух пледов. Это именно вот такая фишечка наших конструкторов, наших технологов. И не они создали абсолютно новое, абсолютно новое предложение. То есть мы получаем с вами двуфактурную, богатый, красивый интерьер. Мы получаем с вами тепло и уют. Мы получаем с вами еще и гостеприимный дом. Возьмите прямо сейчас. Только сегодня цена со скидкой 1100 рублей, и больше такого предложения уже не будет. Доставка, кстати, я напомню, сегодня при заказе на телеканале Шоп-н-Шоу в рубрике «Дом» вы получаете заказ бесплатную доставку при сумме 3990 рублей. Успейте забрать ваши подарки прямо сейчас, Юль. Но и фактура такая нежная, как она себя ведет, если, например, животные? Смотрите, когда мы используем современные материалы, мы говорим не только о самом волокне, мы говорим еще и о способе плетения. В данном случае не деформирующаяся, устойчивая к деформациям фактура, которая не портится со временем, и вы приобретаете вещь, в которой вы уверены. Это сделаете прекрасную инвестицию в собственный комфорт. Забирайте прямо сейчас.